Рой Джонс собирается в гастрольное турне по России. Прославленный боксер и рэпер готовят новую концертную программу. Об этом в эксклюзивном интервью Лайфу рассказал известный промоутер в мире бокса Владимир Хрюнов. Мы с Роем дружим и продолжаем дружить сейчас. Сейчас планируем новый музыкальный тур в России. Не можем пока обозначить его даты, потому что он неспокойный человек, назначил себе бой на 17 февраля с Бобби Ганном. Один из лучших боксеров всех времен планирует посетить минимум 10 российских городов этим летом. Напомню, Рой Джонс получил российское гражданство в сентябре 2015-го. Для своих новых соотечественников он подготовил программу. Пока ее детали держатся в секрете, но большое турне по России не в новинку. «Вояж» 2017-го будет вторым. Первый состоялся 5 лет назад. Мы же уже сделали один музыкальный тур, посетили 11 городов. И по финансовому результату, только подумайте, кого мы превзошли, Стаса Михайлова. Я думаю, что мы продолжим с Роем и обязательно где-нибудь лет в 65 будем ловить рыбку на берегу своего пруда в Рязанской области. Два настоящих русских.